Главы Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края подписали соглашение о взаимодействии между регионами по празднованию столетия Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Высокие гости также посетили картину-галерею Республиканского историко-культурного природного музея-заповедника. Подробности у Мурата Джанкёзова. Подписи под документом поставили глава Адыгеи Мурат Кумпилов, Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и глава Карачаево-Черкесии. В приветственном слове Рашид Тимрезов отметил, что регион объединяет многовековая дружба, теплые искренние традиции взаимоуважения и добрососедства. Праздничные мероприятия, посвященные столетию трех республик, пройдут в том числе и в соседних регионах. Хорошее предложение Казбек Валерьевич высказал о том, чтобы мы в городе Ставрополь провели совместное такое праздничное мероприятие всех наших трех республик. Если эпидситуация будет позволять, то в следующем году мы в столице нашей родины, в Москве, торжественно проведем совместное культурное мероприятие, праздничное. Поэтому уровень нашего взаимодействия, он каждый день, мы каждый день на связи, делимся опытом, делимся какими-то конкретными практическими вещами, которые помогают только в развитии наших регионов. Главы субъектов назвали залогом процветания, мир и согласие между народами, единство целей и задач, добрососедские отношения. У нас много родственных отношений, много бизнеса, который работает на территориях. Это как и от нас, у вас, как и от Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, в Республике Адыгея. Много смешанных браков уже. И это изо дня в день идет просто усиление работы и взаимодействия. А столетие – это юбилей, на котором какой-то итог мы подведем и покажем, вот насколько республики развились. Я сейчас со Ставрополя ехал, проехать по дороге невозможно, потому что от Ставрополя до Архыза стоит пробка. А до Домбая вообще нельзя добраться, потому что Домбай гораздо лучше. Мне Домбай больше нравится. Мне Домбай больше нравится. Мне приятно, да. Также обратно люди приезжают. Бизнес делают, люди приезжают, учатся. Мы точно совместно с друг другом общаемся и друг другу всегда помогаем. А если говорить про столетие, знаете, оно только усилится путем того, что действительно мы обогатим друг друга культурой, мы вовлечем в это огромную массу людей, потому что все-таки это знак государственности, и об этом должны знать все. А то, что касается отношений дальнейших, мы знаем, что это незыблемо. И пока есть наша страна великая, народы, проживающие в нашей стране, будут всегда едины, объединены и идти вместе. После подписания соглашения гости посетили картинную галерею Республиканского историко-культурного природного музея-заповедника. В ней выставлены оригинальные экспонаты, редкие старинные книги и работы именитых художников России. Мурат Джанкёзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево, Черкесия.